Итак, всем привет. Ну вот, давно не было видео, обещали, вот делаю. Просили про рассаду, сейчас сниму, сделаю обзор. Ну вот, табак новых сортов. Прислали мне из Белгорода, Белгородская область. Вот будем пробовать новые сорта табака. Табак уже подошел к пикировке. Вчера маленько я пикировал пару сортов. Вот надо пикировать. Вот томаты. Это вот первая, как сказать, посевная. Первую партию я в три срока делал. Первую, вторую, третью. Тут вот тоже томаты. Вот первая, вот это вторая, вот поменьше. Вот баклажан, перец. Тут вот тоже. Вот сладкий перец, баклажаны, сельдерей корневой. Лафант анисовый, герцеговина флор, поздний, то есть посев, на пробу. Может, без пикировки сделаю. Вот томаты. Тоже табак, табак, табак. Все, надо пикировать. Это вот Вирджиния, это с Урала мне прислали, Челябинская. Тут тоже помидоры. Сегодня теплый день, ясный. Наверное, самый теплый день за этот, как его, за весну. Это вот сельдерей листовой здесь вот начинает наклевываться. Это черешковый, тоже сельдерей. Рядом с капустой будут сажать. Отпугивать вредителей хорошо. Сушить на зиму, добавлять как специю. Это вот Blue Black или черный боливийский. Хороший сорт табака. Это вот скорционер зашел, только один пока. Ждем сходов. Тут тоже томаты, томаты, вот табачок тоже. Так, это вот базилик. Тоже скоро пикировать надо будет. Настоящие листочки полезли. Махорку вот вчера посеял, 12 сортов. Вот ждем сходов. Смульчировал землей сухой через сито. Маленько приполол семена. Вот так потихонечку все растет. Все под завязку уже. Скоро арбузы сеять, дыни, огурцы, цветы, то есть цветники делать. Вот тоже вот надо пикировать табачок. Вот вчера пикировал, начал вот. Все идет пока. Тут вот тоже, тоже томаты. Ну томатов много в этом году, наверное, больше 300 кустов будет. На улице хорошо, солнечно. Сегодня все тает. Идет сок березовый, кленовый. Прилетело много птиц. Сегодня просто отличное настроение. Ну ладно, что надо трудиться. Всем до скорых встреч, до свидания. Будет время, еще наснимаю. Просили, вот сделал.